Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова была закупка в магазине «Лента». С предыдущего раза я, кстати, заезжала в магазин, но покупала хлеб-булочку, сыр, по-моему, кусочек, кефир, ну, такое по мелочи, вот. Поэтому сейчас закупилась уже побольше, чек будет в конце видео. Итак, вот такая закупка. Мне кажется, у меня всегда все одинаково, ну, ладно. Значит, купила 2 упаковки куриных грудок, 2 упаковки куриных ножек, 2 упаковки фарша вот такого домашнего, 2 упаковки, у меня все по 2, наггетсов вот таких, ну, бросаю на всякий случай в морозильник. Так, дальше у меня сыр, купила вот такой, мы его любим очень со старшим сыночком, вот этот «Радость вкуса» «Маздам», очень вкусный сырок. Прям он, по-моему, со скидкой. Так, дальше вот такой российский, который я все время тоже покупала. И еще вот такой вот взяла сыр брасовские сыры Гауда. Так, дальше взяла вот такую колбаску. Какая-то Микоян кремлевская. Нам тоже она нравится. Активию вот такую обычную. Потом вот такие питьевые йогурты. Всякие разные тут, не знаю. Муж у меня берет, я, кстати, иногда их пью, но вот эти вот мне не нравятся, кстати, Даниссимо, они невкусные. Я одну в машине выпила, как-то мне не понравилось, вот. Такие тут различные смузи, йогуртный, натуральный. Это, кстати, новинка, по-моему, Активи, если я не ошибаюсь, вот такой. Но эти я еще не пробовала, потом попробую. Единственное, что вот я уже говорила, там по стенкам много остается, поэтому иногда приходится ложкой. Дальше сметанку 10%. Здесь у меня актуальки 2, они тоже, кстати, новенькие. Я тоже их уже показывала, неоновый мохито. Дикий апельсин манго, кстати, вкусные. Кефир, это на оладушки мамины. Чай вот такой черный листовой купила. Гринфилд. У меня, кстати, мама любит вот этот чай. Именно вот такой вот, который с красным вот таким закатом. То есть закатом ли? Ну да, наверное. Вот, она его очень любит, всегда покупаю. Дальше детям купила иммунельки. Вот такие они любят у меня. Здесь потом у меня творог 4 упаковки. Пискаревский. Дальше масло «Вкуснотеево», очень любим его, не знаю, самое вкусное масло из всех, которых пробовала. Дальше здесь батон, вот этот беру он на котлетки, я не помнила, есть еще у нас дома или нет на котлеты, поэтому взяла. Ну ничего, его у меня мама сушит, поэтому он долго хранится. Дальше от марки «Оладушкин» вот такой «Затея» хлеб заварной с морковкой. Не могла пройти мимо лепешек из тандыра, купила 2 штучки. Правда, в этот раз не стала в машине есть. Думаю, надо приехать домой нормально покушать. Видите, сдержалась. Ну, обожаю вот эти лепешки. Я не знаю, для меня самое вкусное изделие из теста, которое только можно придумать. Вот стоит 30 рублей, грубо говоря, за одну лепешечку. Дальше вот такой хлебный дом, тостовый хлеб. Макарошки взяла, вот такие, и вот такие, кстати, вот эти очень понравились нам макароны. Муку Макфа взяла, потому что она была со скидкой. Дальше здесь вот такие фисташки у меня, муж любит их. И хлебцы щедрые, вот такие взяла, бородинские. И вот эти вот хлебцы у меня любят детки. Они как вафельки, но только не сладкие. Вот они у меня любят их, кстати, очень кушать. Ну и такие тоже иногда бывают, грызут. Дальше взяла морскую капусту. Вот такой салат витаминный. И здесь у меня уже идут фрукты, овощи. Из овощей взяла помидорки черри, потому что все овощи сейчас в ленте, конечно, не очень. Я честно вам признаюсь. Вот огурцы сейчас только в упаковках беру на развес, они все мягкие. Я уж не знаю, откуда они их привозят, там просто написано огурцы, там какие-то парниковые, там еще какие-то, в общем, поэтому не знаю, откуда их привозят. И помидоры тоже, но они какие-то, ну недоспелые, даже не пахнут помидорами, поэтому взяла черри такие. Также здесь я взяла сливу. Вот такая черная. Кстати, мне очень нравится вот эта черная слива, она вкусная. Дальше у меня виноград. Вот такой зеленый, у меня дети его любят. Есть 2 перчика. Я в последнее время что-то полюбила вот этот перец, именно красный. Я его просто нарезаю соломкой и кушаю. Очень мне нравится. Бананы.
яблоки. Яблоки Royal Gala. Вот такие. И еще взяла красную сливу. Тоже что-то мне понравилось, как она выглядела. 159 рублей. И вот такие, как это, апельсины красные внутри. Я как-то их покупала, мне уже не очень понравились, поэтому взяла снова. И здесь я взяла еще картошку. Это была, по-моему, нового урожая, что ли? А, нет, просто написано молодой картофель белый, но он такая крупная, прям хорошая, поэтому немножко взяла. Дальше у меня здесь корм для котов, вот такой Пурина, и вот этот вот супчик, это находка для тех, у кого коты вылизывают вот это желе, а все остальное оставляют. У нас они так именно и делают, поэтому вот, ну, покупала им вот этих пакетиков. Дальше макароны для каши собаки. Яйца 3 десятка я беру, которые 365 дней. Туалетная бумага лентовская, салфетки вот эти вот. Самое лучшее соотношение цена-качество. Покупаю всегда большую упаковку. Мне он, кстати, очень надолго хватает. Взяла вот такие, как эти штучки называются? Не помню, как они называются. Но, в общем, вы поняли, это для унитаза. Я, кстати, одно время их вообще все время покупала, потом что-то перестала. Вот, сейчас увидела, думаю, надо... Надо опять вот взять. Дальше. Здесь у меня просто вот эти салфетки универсальные. Кстати, люблю вот эти лентовские салфетки. Они, ну вот за счет вот этой крышки, они прям до последней используешь, не высыхают. Снова взяла кондиционер 365 дней, так как я тут все настирывала, у меня все закончилось. И порошок вот такой Тайд. Взяла его только потому, что он был со скидкой. Дальше, таблетки для посудомоечной машины. Я, конечно, хочу взять, попробовать от Faberlic, но на всякий случай взяла вот такую большую коробку, 60 штук. Люблю их, очень классные, хорошо моют, не оставляют никакого налета, никаких вообще нареканий к ним нет, и стоят они недорого. Поэтому взяла, и они не всегда бывают в ленте. Бывает такое, что они пропадают, есть только порошок для посудомоечных машин. Вот. Также по вашим рекомендациям я взяла ваниш. Мне многие из вас писали, чтобы я попробовала именно сухую версию ваниша, что она очень хорошо отстирывает и отбеливает белые рубашки. Я уже говорила, у меня муж и сын носят белые рубашки, поэтому для меня это вопрос отбеливания и выведения пятен, он очень актуален. Вот, если вы знаете еще какие-то средства, но Faberlic, вот буду делать заказ сейчас, обязательно закажу. А какие-то другие, может быть, обязательно напишите мне, которые хорошо вот хлопковые белые рубашки отстирывает, чтобы они вот прям белые-белые были. Вот, так что взяла, но обязательно попробую его. И здесь взяла ополаскиватель, взяла вот такой рог. Я его, кстати, никогда не пробовала, отбеливание, но я не верю в то, что такие средства, конечно, отбеливают. Но все же, это взяла детский для деток. У меня, кстати, младший стал полоскать тоже рот, поэтому я ему взяла. И вот такое еще взяла. Думаю, может быть, детям тоже понравится. Видите, со вкусом фруктового фреша. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки в этот раз. И сейчас покажу вам чек. И вот чек на закупку. Вот сумма у меня получилась 8266 рублей. Скидка по карте в этот раз меньше, 1600 рублей. Я надеюсь, вам нравятся такие видео, они для вас полезны и интересны. Не забывайте ставить пальчики вверх, для меня это приятно. Оставляйте свои комментарии, всех люблю, целую и до новых встреч!